Олимпийский чемпион, лыжник Никита Крюков принял участие в гонке звезд в Якутске. На спринтерскую дистанцию вышли 10 команд. По итогам двух полуфиналов были определены 6 финалистов. Никита Крюков бежал с молодым лыжником Алексеем Васильевым. В ходе забега лидировали Егор Масайонов и Дмитрий Егоров. Они и стали победителями гонки. В субботу было прохладно, облачно и ветрено. Но, тем не менее, гонка состоялась, и у наших молодых спортсменов была уникальная возможность посоревноваться с олимпийским чемпионом. Ну, трасса мягкая, для меня тяжело сегодня было бежать. Я уже говорил, сверху была корка, палками ее пробиваешь. И просто, когда вкладываешься, получается в пустоту. То есть ты проваливаешься, и тяжело было даже ускориться. Мы все-таки спринтеры нарабатываем мощные движения вот для того, чтобы спортовать на финише. А тут я вроде пытаюсь ускориться, палки провалилась, и ты на месте, как селедка там болтаешься. Вы замерзли? Нет. Нет? Нет. Но мы двигаемся, мы согреваемся.